не могу нарадоваться. Вот меня моя крестница совершенно не узнает. Василёш, ты меня узнаешь? На 23-й минуте, короче, завтра я еду на футбол! Наш завтрак с Аней. Через час будет парад, пока смотрим в других городах. Всех с праздником Великой Победы, самым огромным большим праздником нашим. Гордимся, любим, чтим. Кстати, мурашки пошли. Варю борщик со свеколкой, помидорками, зеленью на говядине, чтобы было дня на два нам покушать. Ложка сейчас утонет. Едим с Аришкой, играем в холодное сердце в игру настольную. 5, 1, 2, 3, 4, 5. И я передвигаюсь никуда назад. Не передвигаюсь. А, да, никуда не передвигаюсь, все правильно. Я, короче, конкретно заболела. У меня правда голос. Одуванчик. Мои играющие дома не сидом. Хотите послушать, как говорит хриплый Джо? Это я. Ужасно выгляжу. Нету голоса, раздирающий кашель горло. Жесть, в общем. Как она есть. Лечусь. Блин, так хотела с вами поделиться. В общем, извиняюсь за голос. Я не пошла на работу сегодня, и, соответственно, Арину не повела в сад. И мне так приятно, она прям аж до слез. Господи, как я ужасно выгляжу, это ужас какой-то. Не знаю, удалю этот кадр, нет. В общем, она... мы позавтракали, я обратно легла в кровать, ее покормила. Она приносит мне сейчас подушечки сладкие. Унесла мою тарелку грязную из-под завтрака в раковину, подходит ко мне, говорит: «Мамочка, я тебя жалею, трогать сегодня не буду, отдыхай». Ты типа мне говори, что тебе нужно, в общем. Так приятно, зайка моя. Настоящая любовь. Ой, я сейчас такая эмоциональная, сопливая. Сейчас еще расплачусь здесь. В общем, лечимся, так как я хочу завтра уже голос восстановить, желательно, и на работу обязательно пойти. Ну что, девчонки, покажусь вам в нормальном виде. Аутфит перед работой. У нас сегодня утром было 1 градус, в течение дня обещают 8 и дождь. В общем, тоже мне май, 11 мая сегодня. Нашла свои джинсы за нижней талией, давно их не одевала. Вспомнила, что у меня есть вот такая блузка из Юникло, длинная. Я спереди заправила, сзади нет. Вот, и одела свое ожерелье. Помыла голову вчера, высушила, выпрямила сегодня. И не так страшно, черт как его малюет. Я ожидала, что будет все гораздо хуже с укладыванием, мытьем. Это я сниму отдельное видео, расскажу про наращивание, про уход, когда поношу их и коррекцию сделаю. Вот. У меня минимальное количество капсул, прям минимум. Я хотела по максимуму, естественно, чтобы все было. Мне не важна длина была, чисто объемчик. Вспоминаю себя 3 года назад. Вот такая же длина, такая же густота, даже чуть погуще. Мои родные были.
Пойду в очках, с вами пальто от Чепурина, так как солнце, с собой у меня еще перчатки и шарфик. Снуд, точнее. Пока-пока. Привет, девчонки, я хочу закончить на аутфите. И еще сказать, кто-нибудь знает, что за аномальная погода, что это за май? У нас вчера ночью мы засыпали, шел снегопад. Это просто уже невыносимо. Минус один ночью. Днем доходит до 5 максимум. Когда будет тепло? Ну скажите, пожалуйста, снег. Снег в мае, в середине. Такое вообще возможно? Что творится в мире? Так устали. Неужели лето будет всего 2 месяца? И то обещают холодное. Прям настроения из-за этого нет. Снова надо доставать все зимние куртки. Вспомнила, что у меня есть ботильончики эти, вообще про них забыла. Вот. Так что вот так, надеюсь, вам понравился этот влог. Всех целую, всем пока-пока. Что-то я не по погоде оделась, солнце светит, но не греет. Прохладненько ветер. Скорее бы доехать.